Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, уважаемые участники сегодняшнего открытого события! Мы рады приветствовать вас на мастер-классе Владимира Довганя, друзья! И сегодня тема, которая без преувеличения актуальна для каждого жителя планеты. Где каждый день брать много светлой энергии? Потому что энергия — это жизнь, это наше настроение, это наши возможности творить, созидать и делать добрые, прекрасные дела. Друзья, сегодня у нас идет открытая трансляция сразу на двух платформах. Это Zoom и YouTube. Обратите на это внимание. Обратите внимание, что можно и нужно писать комментарии, ставить огонечки, сердечки, потому что у нас прямой эфир и, конечно же, интерактив приветствуется всячески. Ну и остаются считанные секунды для того, чтобы поделиться ссылкой на сегодняшнее событие со своими друзьями, знакомыми, близкими, которым нужно больше энергии, больше оптимизма. Друзья, именно об этом сегодня будем говорить с человеком, который об этом знает все, друзья. И давайте поставим сердечки и поаплодируем нашему сегодняшнему ярчайшему Владимиру Викторовичу Довганю. Благодарю, дорогой Петр, уважаемый. Благодарю вас, дорогие друзья и наши гости. Для меня большая честь поделиться с вами знаниями в области развития личности, энергии, успеха, который я собирал 39 лет по всему миру. Прежде чем стартануть, действительно, Петр правильно сказал, отошлите в соцсетях, разошлите ссылку на наш сегодняшний мастер-класс, посвященный вашей энергии. Да? А что такое энергия? Это будущее, ребят. Ваша энергия – это будущее. Итак, смотрите. Прежде всего, я хочу поздравить нашу звездную команду с грандиозным ростом. Коллеги, 4 года назад, ох, как мы точно с вами почувствовали, да, мы из офлайна ушли в онлайн. И я помню, как мы начинали. Первое время, да, месяц приходил к нам один интеллект-тренер. Потом мы набираем обороты, ну, фрактальное же развитие, да, уже каждую неделю приходил к нам наш соратник, друг, партнер. Потом каждый день. А вот сегодня в среднем каждый день к нам присоединяется 30-50 выдающихся людей по всему миру. Да, 30, ну, 40, давайте так, среднее, 40-50 интеллект-тренеров. Представляете, мы каждый день с вами становимся сильнее, мудрее на 40-50 новых героев и героинь в 75 странах. Так что, друзья, с ростом! Поздравляю вас с фрактальным, гениальным ростом! Пару слов, ребят, расскажу о себе немножко, потому что я уже лет 20 не в медийном пространстве, когда-то замучила меня эта популярность, да. Итак, я не буду рассказывать про бизнес, у меня огромный опыт работы в Америке, успешный, в Европе. Я расскажу только про тот опыт, который я собрал за всю свою жизнь, да, за 39-40 лет активной такой жизни в области развития личности, в области успеха, лидерства и, конечно, энергии, о чем пойдет сейчас речь. Итак, смотрите, коротко, ребят, буквально бэкграунд, чтобы вы понимали, что я что-то понимаю в этой жизни и в развитии личности. Итак, смотрите, за свою жизнь я написал 23 книги в области успеха, развития, да, бизнеса, которые продались в бумаге. В бумаге, да, не в онлайн, тиражом более 3,5 миллионов. Я первым вот на всей территории Советского Союза на русском языке, да, стал собирать 10-тысячные залы на свои мастер-класс. Да-да, вот 10 тысяч собирается человек, ребята платят по $100 за мастер-класс, это $1 миллион, да, я преподаю 8 часов 12, и все получали огромную энергию. Через мои мастер-классы прошло более 450 тысяч человек. Вот проведите, да, столько мастер-классов, обучите 450 тысяч, и поверьте, что-то вы поймете, да, в области развития человека и энергетики. Также я кандидат экономических наук, а вот макроэкономика – моя страсть. И сегодня я с абсолютной уверенностью точно понимаю, где, в какой стране начнется кризис, когда и почему. И главное, как его преодолеть. Итак, дорогие коллеги, дорогие гости, приступаем к очень важной теме, да. Я немножко о себе рассказал, чтобы вы понимали, что действительно, ну, я вот весь мир объехал, и Тибет изучил глубоко, Японию, Китай, Индию, да, современную науку.
чтобы взять все лучшие знания в области развития личности, энергетики вашей, конкурентоспособности, ну, если так вот по-простому сказать, в области вашего успеха. Итак, темы, да, где каждый день брать много светлой энергии. А энергия – это жизнь. Вот кто это не понимает, тот ничего не понимает, да, потому что энергия – это успех. Я с высоты своего возраста, а я уже, извините, ну, так, лет 37 долларов и мультимиллионер, да, я могу сказать следующее, ребят. Незнание. Сколько сегодня умных людей-то? Образованных, начитанных. Никакие, какое-то образование, дипломы там, степени научные не определяют вашу успешность. А что определяет? Точно, энергия. Богатыми, успешными, знаменитыми становятся энергичные. И вот сейчас я расскажу вам, дорогие коллеги и гости, сенсационную правду. Неважно, сколько вам лет, неважно, какое у вас образование, абсолютно неважно, сколько у вас долгов или денег в кармане и где вы живете. Сегодня каждый из вас может стать номер один лидером в мире. Это не метафора, это не гипербола, да, и не поэтическое какое-то сравнение. Именно обогнать вот это четыре фотографии Илон Маск, Билл Гейтс, да, создатель Амазона и Арно. Это самые богатые люди на Земле, самые влиятельные четыре человека. Вот я утверждаю, и вы поймете после нашего мастер-класса, как энергия поможет вам обогнать этих людей по влиянию, по славе, по уважению и по богатству. Итак, поехали. Как можно стать номер один в мире, что для этого нужно? Вот человек работает сейчас фермером, убирает где-то полы, это не стыдно, да? Вот знаете, что самое стыдное? Когда мы разоряемся, мы на дно падаем, и полы, и туалеты мы не стыдно. А стыдно, как говорил еще Сократ, 2500 лет, да, беден не тот, у кого нет денег, а тот, у кого нет мечты. Вот как только у человека пропадает мечта, все, больше ночи жить-то. Проснулся, пописал, позавтракал, помылся, поработал, поспал, и помер человек. Скукотища, правда же? Итак, поехали. Чтобы стать по-настоящему богатым, счастливым, любимым, уважаемым в мире, вы что-то должны миру дать. Да-да, людям дать что-то должны такого, чего у них нету. Да, а чего сегодня меньше всего людей? Что сегодня людям больше всего надо? Это мало пока кто понимает. Но энергии не хватает. Ученые подсчитали, 95% современных людей живут с хронической усталостью. Они просыпаются с утра, не выспались, не отдохнули. Такая-то усталость, которая хроническая, накапливается и накапливается, которая, конечно, приводит к проблемам со здоровьем, с карьерой, да, с жизнью. Так вот, смотрите, ребята, у нас с вами есть то, что мы можем и нужно 95% жителей планеты Земля. Энергия! Для жизни. Вот чтобы ваше сердце билось, как вы думаете, да, молодое, красивое, сильное, любящее сердце. Нужна энергия? Конечно. А чтобы добиться успеха, карьеру сделать, нужна энергия? Напишите в чате, ребята. Да. А чтобы сексом заниматься, продолжение рода сделать человеческого, нужна энергия? Конечно. Если у человека нет энергии, нет иммунной системы, здоровья, счастья, ну, вообще, такая пустая жизнь, знаете, вот как овощ. Булка лежит такая, вот и все, да, на диване. А энергии у нас очень много. И, конечно же, дорогие коллеги, вы счастливчики. И вот кто сегодня зашел по ссылке, наши гости, да, наши знакомые, знакомые, а может быть, незнакомые. Вот задумайтесь, как сработала небесная механика, чтобы вы оказались в нужном месте, в нужное время и получили нужную информацию. Итак, смотрите, 20 век – это век нефти. Нефти, да, потому что энергия нужна кораблям, самолетам, машинам. А вот сейчас наступил 21 век. Энергия нужна людям. И вот в прошлом веке все, кто захватили нефтяные скважины, были первыми, да, стали сказочно богатыми, и сейчас качают, да, из земли богатство. Но сегодня создаст команду,
и научится заряжать людей, отдавать людям энергию. Вы будете богаче, чем все нефтяные шейхи вместе взятые, потому что, конечно, энергия для человека важнее. Я даже так скажу, кто сегодня владеет источником энергии, тот владеет всеми деньгами в мире. Это правда, ребята. Итак, поехали. Сейчас практический мастер-класс у нас, и теории будет много, и истории бизнеса мы разберем. Но сейчас мне важно, чтобы вы прошли путь от сегодняшнего дня до богатства, славы и успеха, любви. Знаете, вот что люди, как, почему люди хотят быть известными, там, влиятельными? Подсознательно они хотят, чтобы их любили, уважали. Это очень важно, ребята. Итак, смотрите. Есть хорошая новость на планете Земля для вас, дорогие коллеги. Наш бизнес очень простой. Вот я специально написал, видите, на слайде два слова. Как только сложно, непонятно сложно, это ложь. Как просто, это рост. Это действительно работает, ребят. Еще раз подчеркиваю, неважно, сколько вам лет. У нас есть лидеры, которым вон под 80, так они, мы их зовем студент. Яркие, талантливые. Есть лидеры, которым 18-16 лет. По всему миру, ребята. Да, неважно, сколько вам лет. Образование вообще сегодня ваше не важно. Знаете почему? Наступило новое время. Время стремительных перемен. А как в одной мудрой книге сказано, да? Что такое время перемен? Это когда первые станут последними, а последние первыми. Вот он ваш шанс, ребята. Но не упустите. Судьба, Бог, Вселенная очень не любят тех людей, которым дается что-то. Они отмахиваются, и все. Все, беда, боль, страдания. Итак, три простых шага. Не изобретайте велосипед. Да, уже первые наши гиганты, лидеры проложили для вас дорогу, набили все шишки. Да, итак, первый шаг какой? Ну, логически какой? Да, найти наставника. Вот кто сегодня вас пригласил? Кто переслал, может быть, это видео в записи, вы смотрите, да, вот наберите его, скажите ему простую вещь. Научи меня быть энергичным, сильным духом, жизнерадостным и научи меня, да, как вырабатывать огромную энергию. Первый шаг, несложный, ребята, это занимает 10 дней обычно. Дальше идем, второй шаг, да проще простого, миллиардам людей нужна энергия. А вас наставник обучил уже, как передавать им энергию, да? Как делать людей энергичными, живыми. Они сейчас как будто мертвые все, да? Как будто кто-то из них откачал каким-то шприцем всю энергию. Это просто очень просто, ребята. Дальше идем. Третий шаг, еще проще. А когда вы обучаете людей в группах, в суперджам, заряжаете их энергией, я вам гарантирую, да? Из 5 учеников, которые взяли энергию, обязательно найдется один, который скажет вам: «Эй, интеллект-тренер, я тоже так хочу зарабатывать деньги. Я тоже хочу быть счастливым, энергичным». То есть это такой процесс, когда вы приносите пользу людям. Когда вы приносите огромную пользу людям, люди хотят то же самое сдублицировать. А вот это мой любимый слайд. Да? Фрактальное развитие. Вот мы сейчас приступили к фрактальному развитию. Был один интеллект-тренер, 2-3. А сейчас у нас уже добрые 1000 ярчайших, талантливейших, да, ярчайших лидеров. Так это 1000 превратится в 2, потом в 4. И, конечно же, смотрите, самый тяжелый период, я обращаюсь сейчас к новичкам, к нашим новым героям. Ребята, я прошу вас, не сдавайтесь, не предавайте свою мечту, не сдавайтесь, потому что первое время будет тяжело. А кому легко? Спортсменам легко, когда они приходят в спортзал и готовятся на Олимпийские игры. А может быть, ученым легко? Я помню, как люди, ученые, когда вот эта эпидемия ковида была, жили в лаборатории. Реально просто жили. Работали по несколько месяцев без сна, потому что люди умирали, хотелось помочь. Да? Вот не сдавайтесь, пожалуйста. А потом все. Бинго, джекпот, слава, богатство, да, любовь людей. Вот наши реальные задачи и цели. В декабре лучшие из вас, самые трудолюбивые, кто на 100% здесь, уже получит доход 100 тысяч долларов в месяц. Но это только старт фрактального роста, потому что, конечно же, в марте это моя мечта – показать миру, чтобы обычные люди, вчерашние пенсионеры, вчерашние программисты, учителя-врачи показали. Я, интеллект-тренер, я заработала
10 миллионов долларов. Ну, а конец следующего года мы побьем все рекорды, конечно, 100 миллионов долларов в месяц. И мир больше никогда не будет прежним. Да, мир поймет, что просветители, педагоги, психологи, суперпсихологи, кто такой интеллект-тренер? Ну, это суперпедагог, суперлидер, суперпредприниматель и суперпсихолог. Почему? Ну, все, кто интеллект-тренер, знает, а кто не знает, проверьте. Это несложно узнать. Дальше, коллеги. Передо мной, как перед тренером, вот как спортивная команда, представьте. Мы с вами олимпийская, бизнес, планетарная, да, вселенская, да, сборная мультимиллиардеров. И вот моя задача привести вас к победе, потому что 100 тысяч в декабре – это победа, 100 тысяч долларов в декабре – это очень хорошая победа. Так вот, сейчас мы переходим в практическую плоскость. А что мы должны с вами сделать, чтобы добиться таких результатов? Как вы понимаете, коллеги, я обучаю людей успеху уже десятилетия. Да-да, ребят, десятилетия. Я про это все знаю, про ваши страхи, про ваши сомнения, сильные стороны, слабые стороны. Так вот, сегодня, как профессионал, я выделяю самое большое препятствие. Знаете, какое? Это насмешки. Это критика. Это троллинг. Это кидание тухлыми яйцами в тех людей, которые делают то, что другие до вас не делали. 99% людей ломаются в этот момент. Ну, давайте по чесноку, ребят. Вот если вы будете делать то, что делают ваши соседи, друзья, родственники, вот повторять их маленькие мечты, цели, вот эту мелкотравчатую, серенькую, безликую жизнь, вас будут критиковать? Нет. Нет. Вам скажут, о, хороший человек. Наш, да? Но как только вы начинаете делать то, что до вас не делал никто, вас начинают поливать грязью, вас начинают втаптывать в грязь, считать сумасшедшими. Я через это прошел. Поэтому я богатый, успешный человек. Когда я начинал новые первые свои проекты, мне все мои близкие и родные говорили, ты сумасшедший, ты дурак, ты идиот, тебя убьют. И поэтому они стали жить в этой серости. А я повидал мир, ребята. Я дружу с великими учеными, с выдающимися людьми, искусство и бизнес. Я побывал в таких местах, о которых эти серенькие, маленькие люди даже не подозревают, что есть другая жизнь на планете Земля, да? И чем больше инновация, а как без инновации-то быть первыми? Ну, конкурируй со всеми, иди, запускай там какой-нибудь бизнес, который, если умрешь, и бедным умрешь. И вот чем больше инновации, чем ярче личность, тем больше критика. Так как критиковали Генри Форда, до него были автомобили, да, и эти Бентли, и Роллс-Ройсы, но на них-то ездили кто богат, князья, банкиры, да, а весь мир передвигался, как и тысячи лет назад, на лошадках. Это когда Генри Форд сказал, кстати, ему было 52 года, три раза разорился вдрызг, связи нет, денег нет. Ну, там просто надо знать эту историю, как там корпорация была в Америке, которая запатентовала автомобиль. И говорит, если ты выпускаешь любой автомобиль, плати нам деньги. А Генри Форд мечтал сделать доступный автомобиль для всех людей. Если бы он его отстегивал этой корпорации, то автомобиль был бы дорогой. Путь, который прошел Генри Форд, тяжелейший путь, но он стал номер один в мире. И сколько критики выдержал. Стива Джобса считали. Ренегатом один инвестор, так и сказала эта знаменитая история. Ты ренегат человеческой расы, когда Стив Джобс сказал, что, ребята, в каждом доме будет компьютер. А когда парень из ЮАР, да, иммигрант, Илон Маск сказал, что, ну, ребята, многоразовые ракеты сделаем, да, и полетим, будем дешевле забрасывать груз-то в космос. Что сказали о нем самые авторитетные люди в мире космоса? Жулик, шарлатан. А когда этот еще иммигрант бедный, который жил за доллар в день, да, действительно, смотрите его интервью, сказал, а мы пересядем на электромобили? Ну, жулик, шарлатан. Вот смотрите, коллеги, сейчас мы вам покажем две минуты, как критиковали, смешивали с грязью Илона Маска. Сегодня он самый богатый человек в мире. Если вы выдержите критику, все новое критикуется везде, в искусстве, в науке, в бизнесе, тем более. Вы большой лидер. Не выдержите, ну, серая, скучная жизнь, за нее бороться не надо. Пожалуйста, включаем и смотрим.
Все говорят об одном из наиболее разрекламированных IPO размещений за последнее время – Tesla Motors. Не покупайте их акции, вам даже не стоит брать в аренду эту чертову штуку. Частные компании никогда не смогут покорить космическое пространство. Все проекты Маска напоминают обычную финансовую пирамиду. Появляется какой-то стартап из Калифорнии и думает, что им все по силам. Бред. Американский бизнесмен Илон Маск покидает пост председателя совета директоров компании Tesla. Сегодня стало известно, что SEC подала в суд на Маска, обвинив его в введении в заблуждение инвесторов. Комиссия расценила это как попытку спекуляции на рынке. Капитализация американского производителя электромобилей за март сократилась более чем на 14 миллиардов долларов. Акции Tesla падают после заявления Министерства юстиции. Илон Маск может сменить скоростной режим на тюремный. Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала в суд на главу Tesla, обвинив его в мошенничестве. Акции Tesla – это мертвые акции. Их бизнес абсолютно паршивый. Наконец-то люди начинают это понимать. Комиссия по ценным бумагам и биржам предъявила Илону Маску обвинение в мошенничестве с ценными бумагами. Шутки Илона Маска о банкротстве. Итак, коллеги. Самый богатый человек, это всего лишь лет 8-10 назад было, поливали его грязью больше, чем кого-либо. Вот вам нужно выдержать насмешки. Самое болезненное, знаете что? Когда близкие и родные говорят, у тебя ничего не получится, ты дурак. Я хорошо помню, ну что я из рабочей семьи, Вовка Довгань, дислексик, двоечник. Делаю первый бизнес, и моя вторая супруга ректор института. Доктор наук экономических, профессор, да, я ей благодарен, очень люблю ее и уважаю Лидию Ивановну Ерохину. Но вот кому сказать первым, что я хочу запустить бизнес? Когда я добрался с смелости, ну, мои родители просто с ними не посоветовали, что вообще простые работяги, да. Я говорю, Лид, ты знаешь, я хочу вот такой-то бизнес запустить. Знаете, первые слова, которые я услышал? Довгань, ты сошел с ума, ты идиот. И вот так вам будут говорить тысячи лет. Тысячи лет, близкие, родные, почему? Потому что вы начинаете делать то, что до вас никто не делал. Вы начинаете создавать то, что до вас никто не создавал. Это всегда критика, ребята. А вспоминаем Пикассо, великого художника, да, Пабло Пикассо, который сегодня его картин продаются на 100 миллиардов долларов. Самый, ну так скажем, да, оцененный художник. И вот когда он написал одну великую, самую великую картину свою, Герник, что писал он? Сначала меня ударили враги, потом ударили друзья в спину. Что писали о этой картине? Великой картине. А писали они, она видела только спины редких уходящих посетителей. Вот когда вы что-то делаете новое, над вами всегда смеются, над вас всегда поливают грязью. Делайте то, что делает ваше окружение. О, вы хороший человек. Знаете, я сейчас неожиданно вспомнил древнюю притчу. Однажды в одном городе жил великий мудрец. И ночью его посетил Бог и сказал ему, попроси всех жителей в городе набрать как можно больше воды, потому что послезавтра вся вода будет отравлена. И все, кто ее выпьет, сойдут с ума. Старик вышел, мудрец, и начал уговаривать людей сделать это, запастись водой. Ха-ха-ха-ха, сумасшедший дурак. Он запасся воды, и на следующий день, когда он вышел из дома, весь город сошел с ума. Но трагедия была не в этом. Они считали его сумасшедшим. Они смеялись над ним, и дети кидали в него камнями и улюлюкали, когда шел по улице. И тогда, через несколько дней, мудрец не выдержал испытания, выпил отравленной воды и сошел с ума, а весь город сказал, о, он наконец-таки выздоровел. Понимаете, вот все новое в науке, в бизнесе, всегда критика. Выдержите ее, вы богаты, оставляете след в истории. Не выдержите серая, скучная, мелкотравчатая жизнь и безликая. Итак, смотрите, вы знаете, что сам по себе смартфон, iPhone, который придумали, ну, Стив Джобс, по сути говоря, придумал с командой, изменил весь мир. До этого все бизнесмены, успешные люди, пользовались телефонами с кнопками. Они смс-ки строчили, там, имейлы и так далее. И вот когда Стив Джобс сказал, давайте сделаем что-то новое, по-настоящему инновационное, революционное, они собрали группу самых талантливых людей. И они начали создавать то, что изменит весь мир.
Так вот, начальник сбыта, главный продавец компании Apple, реально, как вспоминают участники этой группы прорывной, интеллектуальной, творческой, визжал как поросенок. Ви-ви, дайте кнопки, вы что? Как вы создаете телефон без кнопок? Его же в бизнесе никто не купит. Вы что делаете? И вот на третий день мозгового штурма Стив Джобс ударил и сказал так, чтобы я больше здесь не видел. Понимаете? То есть вот в нас сидят эти паттерны, делать как все, делать как стадо, делать не выделяться, да, из всех, не быть белой вороной, а именно новое меняет все мир. И долго, кстати, вот кто не знает, я расскажу вам, очень долго вот эта творческая группа не могла понять, а как включать телефон, да, без кнопок, вот экран, вот как, звонок идет или переключить. И однажды один из разработчиков летел в самолете, кто летает в самолете, знаете, там вот в туалет заходишь, такая задвижка есть, да, такое вот движение такое. И он прилетел и говорит: «Эврика, ребята, мы пальцем вот такое движение будем делать». С таким трудом создавался iPhone. И, если вы посмотрите, а я это помню, башка-то седая, давно живу, ни одного хвалебного предсказания, ни одного вот такого вот эксперта, бизнесмена, никто не сказал тогда. Ребята, они же гении. Они же создали самый крутой девайс столетия. А сегодня, да, мы подсчитали, компания Apple продала уже более 2 миллиардов телефонов и заработали более $2 триллионов. Вот Стив Балмер, мы вчера с лидерами смотрели в другой его роли, о нем, да, сюжет. Сегодня, представьте, что это директоров, президент, точнее, президент Microsoft, да, после того, как Стив Джобс презентовал телефон, вот давайте послушаем, а человеку $100 миллиардов состояние, то есть это эксперт высшего класса, что там говорить о маленьких, вот давайте посмотрим, как он отреагировал на презентацию Apple, ну, iPhone. Пожалуйста, внимание на экран. Стив, я хотел бы спросить вас про iPhone и Zoom, если позволите. Zoom привлекла много внимания, но потом Стив Джобс появляется на конференции Macworld и презентует свой iPhone. Какова была ваша первая реакция, когда вы увидели iPhone? $500 с рассрочкой в кредит? Да это самый дорогой телефон в мире, при этом он даже не подойдет клиентам из бизнес-индустрии, так как у него нет клавиатуры, что делает его совершенно неудобным для работы с e-mail. Он может продаваться хорошо или плохо, это не важно. У нас своя стратегия. Мы делаем великолепные телефоны на базе Windows. Например, вы можете купить Motorola Q за $99. Это очень достойная машина, в которой есть музыка, интернет, e-mail, мгновенные сообщения. И видя все это, я могу сказать, мне нравится наша стратегия. Мне она очень нравится. Сейчас мы продаем миллионы и миллионы телефонов в год, а Apple продает 0 телефонов в год. Через полгода они выпустят самый дорогой телефон на рынке за все время. И ну что ж, давайте посмотрим. Поглядим, как пойдет конкуренция. Итак, смотрите, коллеги, да? Наши дорогие гости, уважаемые, все новое. Вы просто должны логически понять. Читайте историю бизнеса. Кстати, когда нефтяные первые нефтяники бурили скважины, их точно так же считали сумасшедшими. Читайте, историю изучайте, да? И вот если вы выдержите... Выдержите критику, насмешки, да, люлюканье. Вы личность, историческая личность, не преувеличивай, вы богаты, успешны. Интеллект-тренеры, вам не надо у кого-то учиться. Вы создаете то, чего не было в мире. Новую индустрию зарядки аккумуляторов людей. Укрепление ментально-психологического здоровья. Да вас никто не создавал. Вы подарили миру новую профессию интеллект-тренера. Кто создавал профессию программист, дизайнер, фитнес-тренер, неизвестно. А вы, интеллект-тренеры, создали профессию, философию, методологию великую. И, как сказал Стив Джобс, да, если вы хотите идти своим путем, то вы должны проложить его сами. Вот ваш успех, коллеги. Но над вами будут смеяться. Вот кто выдержит, запомните нашу встречу. Запомните эти слова. Кто выдержит, не сдастся, как не сдался я когда-то. Это всегда первый раз тяжело. Поливают грязью жулики, шарлатаны, идиоты, сумасшедшие. Но когда ты получаешь миллионы долларов и больше, сотни миллионов, все, они перестают критиковать. Вот один раз нужно, как Стив Джобсу, как Генри Форду, как Илону Маску преодолеть критику серой, безликой массы.
И обратите внимание, те люди, которые чего-то добились, никогда не критикуют. Правда же? А вот люди, которые ничего не добились, они поливают грязью. Ага, в телеграфном режиме. Четыре фундаментальных преимущества новой индустрии Superjump. Мы продавать будем с вами не продукт, не услугу, целую индустрию. Первое. Мы научим вас зарабатывать честные, подчеркиваю, большие, честные деньги, помогая людям по всему миру, не зная языков. Очень важно в наше неспокойное время получать доходы с разных стран, потому что неожиданно ты просыпаешься, а в твоей стране кризис, жопа полная. И все, что ты строил, создавал, ничего не стоит. Так вот, смотрите, друзья, вот на этой картинке, очень говорящей картинке, с левой стороны сидит бизнесмен на ножке с одним стулом. Ну, знаете, в офисах есть, да, такие. Это он делает символ бизнес в одной стране. Если кризис, все, годы на смарку. А напротив него сидит бизнесмен, бизнесвумен, интеллект-тренер, у которого доход идет с десяток стран. Если в одной стране кризис, ну что ж, жалко людей этих, но... Больше наше будущее, то страдать никогда не будет. Второе преимущество. Вы знаете, сегодня есть эпидемия хронической усталости. Если сегодня в какой-то развитой стране человек придет к врачу и скажет, знаете, доктор, ну выгорело сердце, все, не могу, тошнит, не хочу просыпаться, жить не хочу, не хочу ходить на эту работу ненавистную. Что сделает доктор? Он отнесется с пониманием. Да, потому что этот термин выгорел человек. Все, он стал международным в медицине, и он даст ему больничный. Отдыхайте полгода-год. Потому что после хронической усталости начинаются хронические болезни и смерть. А мы-то с вами заряжаемся. Вот я перед вами стою. Да? В не очень хорошей спортивной форме. Хотя черный пояс по карате, третьи данные. В общем-то, тренер по гребле, в сборной СССР был юношеской по гребле. Но почему у меня так много энергии? Вот я где бы не выступал, ребят, клянусь вам. Главный самый часто задаваемый вопрос. Блин, Довга, ниоткуда у тебя столько энергии, да? Суперджамп, ребята. Суперджамп, вот она энергия. А вот это преимущество, не все его поймут, но вы напрягите мозги. Потому что речь пойдет о вашем будущем. Так как мир меняется, нужно понять, что проблема не только в войнах, геополитических катастрофах, что открыт ящик Пандоры. Вот эти вот абсолютное зло, оно прет и прет, прет и прет. Проблема в том, что наступило новое время. Старые знания уже не важны. Старые заслуги ваши уже не за счет не идут. Новое время, новое знание, новое испытание, новая жесткость и скорость конкуренции. И вот внизу, я разделил слайд на две части горизонтально, внизу большинство людей, они не признаются вам, но у них страх внутри, ребята, за будущее. У него бизнес работает, вроде копеечки получают, но в душе страх. А что меня ждет завтра? А будет ли жив мой бизнес? А не потеряю ли я свою работу? И большинство людей потеряют ее. Потому что новое время. А роботы, искусственный интеллект, квантовые компьютеры. Мы попали с вами в такое турбулентное ускорение перемен. Когда-то дедушка Конфуций сказал, 2500 лет назад, ох, не дай бог вам жить во время перемен. Я всегда смеюсь. Дедушка Конфуция, да, Конфуций, дедушка Куна, как его зовут китайцы. Если бы ты знал, что мы живем, как жить во время ускорения перемен. Чему же мы? Лидеры, интеллект-тренеры, спокойны за свое будущее. Потому что мы его строим сами, ребята. Нам не важен курс доллара, курс валюты. Нам не важны какие-то границы, закрываются, открываются. Нам вообще не важно ничего. Почему? Потому что у нас есть лучшая в мире методика зарядки аккумуляторов. У нас есть лучшая в мире философия, методология. Партнерская программа. И мы строим не просто, мы не продавцы методики Суперджамп, зарядное устройство. Мы создаем новую индустрию, которая как воздух нужна людям. И мы задаем себе вопрос. Я прошу вас ответить на этот вопрос. Напишите, коллеги. А что произойдет через 5-10 лет? Как вы думаете, нагрузка психологическая, ментальная, эмоциональная на человека будет меньше или больше? Вот кто считает, что через 5-10 лет нагрузка только будет возрастать на взрослых людей? Ментальная, психологическая, дайте значок. Дайте лайк, напишите свое мнение, конечно. Значит, мы будем еще больше нужны.
Значит, источники энергии нужны еще больше. Вот почему я и все коллеги смотрим будущее с уверенностью, стабильно, потому что мы его сами создаем. Нужная, самая экологически чистая индустрия, самый экологически чистый и нужный людям проект. А дальше преимущество. Си-энергия. Вот когда вы просыпаетесь с утра, вы начинаете конкурировать со всеми людьми на Земле, со всем миром. За лучшее место под солнцем. Хороших домов на всех не хватает, правда же? Хороших университетов для детей на всех не хватает. Хороших госпиталей для близких, родных не хватает. Да, и вы конкурируете со всем миром. Ну, кто понимает, знаете, слабаки часто, я вот смотрю, у них защитная реакция. А мне не важно, мне и так хорошо. Мне не важно, я не буду конкурировать за лучшие страны. Да, да кому ты нужен? Понимаете, ну кто, ну не конкурируй, сиди ты в своем болотце, да, и пукай. Ну, это неинтересно. Но у кого есть мозги, и кто мечтает о лучшем будущем, сказочном будущем для себя, для своих близких и родных, до суперджамп вы сражались с миром, с конкурентами, с кризисами, с геополитическими кризисами, с макроэкономическими, в основном в одиночку. Правда же, ребят? Что такое си-энергия команды? Слово какое корень? Энергия. Берите мою энергию. Возьмите мой опыт. Возьмите энергию команды. Вот командой с готовым бизнесом под ключ с источниками энергии. Нам нет равных, ребята. Вот почему преимущество на новой индустрии суперджам. Хороший, добрый совет. Я еще раз хочу напомнить вам, коллеги, с чего мы начали. Вот мой жизненный опыт, я 40 лет почти что в бизнесе международном. Да и вообще в жизни такой получился опыт большой накопил, да? Повезло мне, ребят. Еще раз. Не знания, не дипломы, не какие-то книжечки, не какие-то там бесконечные вебинары. Что определяет вашу конкурентную способность и успех? Энергия. Суперджам каждый день заряжаем вас энергией. И, конечно, я сейчас обращаюсь ко всем коллегам, интеллект-тренерам, дорогие коллеги, друзья мои. С левой стороны человек нытик, без энергии. Все плохо, все пропало. Как в том фильме, да, клиент уезжает, гипс, шеф, все плохо, да, что плохо? Клиент уезжает, гипс снимают, все, с неба бомбы сыпятся, все плохо, жизнь пропала. Итак, смотрите. Есть закон успеха. Мы его, интеллект-тренер, очень хорошо понимаем. Сначала вы, да, излучаете оптимизм, пассионализм, энергию, а потом за эту энергию получаете деньги, уважение, славу, след в истории веках. Сначала хорошее настроение, если коротко сказать, да, сначала счастье, а потом деньги. А вы сами, вот скажите, напишите сейчас мне, коллеги, пойдете за нытиком. Вот представьте, вам нытик, которым все плохо, все пропало, все, мир рушится, да? Вот за таким человеком вы пойдете в команду к нему? Да вы убежите от него, я тоже бегу. А вот это и наш козырь, да, энергия. 8 наших упражнений. 5 создают энергию, 3 ее сохраняют. Бери и делай, елки-палки, так просто все. Ну а теперь мы переходим к мотивации на старт. Итак, ради чего я запускаю фрактальное ускорение? А после сегодняшней нашей встречи, да, товарищеской, дружеской, каждый из вас зажжет обязательно сердце, пригласит в команду обязательно нового человека, нового героя. Знаете, я всегда, когда вот проводил огромное количество мастер-классов, ну реально, вот прям их сотни у меня было, но 450 тысяч это минимальное количество в офлайне, не в онлайне. Я в онлайне никогда ничего не считаю. Я помню хорошо, ребят, какой-нибудь город, страна, ведущие объявляют тебя, в зале сидит тысячи, там, 5 тысяч человек, 10 тысяч человек. И ты стоишь за кулисами. Ну, кто выступал, знает, вот такие, да, обычные кулисы, да, вот такие театры обычные, это там, да, и бизнес-конференции. И ты уже слышишь, тебя объявляют. Тебе выходить, уже тебе петличка, микрофон висит. Знаете, у меня всегда было такое, просьба к Богу. Я всегда, вот клянусь вам, ребят, говорил, Господи, дай возможность мне помочь хотя бы одному человеку. И я уже не зря жизнь проживу. Я понимал, что в зале 1000 человек, но понятно, что даже если одному человеку вы сегодня поможете, дадите ему источник энергии, вы не зря проживете жизнь, да? Ради себя любимых, ради своих любимых родных. Кто зажгет сердце в ближайшие 24 часа? Дайте сердечко, лайк, огонек. Ради себя, ради близких, любимых, родных. Так, не вижу огоньки. Есть огоньки? Есть, пошла жара.
Вот это вот я понимаю, лидерская реакция. Ради чего? Мы запускаем сегодня фрактальное ускорение роста, чтобы спасти от ментальных страданий, от хронической усталости миллиарды хороших людей. Кто готов ради этого зажечь сегодня, завтра сердце? Дайте лайк, дайте сердечко, коллеги, соратники. Ну что? О, вижу, пошли огоньки. Чувствуете, синергия, энергия, си-энергия уже пошла. Вы не один где-нибудь сражаетесь в каком-нибудь семье-таракане, вы в команде величайших героев. А ради чего я запускаю фрактальное ускорение? Ради чего я зажгу сердце, да? Чтобы стать богатым. Не стесняйтесь, слово «богатство» от Бога. Да, финансово свободны. А это позволит вам заниматься благотворительностью, помочь себе, близким, родным. Построить многомиллионную команду на тысячи лет. Дайте лайк, дайте сердечко, кто принял решение сейчас перед собой, перед Вселенной, перед Боженькой, перед Аллахом помогать людям. А ради чего я запускаю, скорее не зажгу сердце, чтобы спасти планету и человечество от экологической катастрофы. Ребята, я понимаю, что сегодня сыпятся бомбы, которые разрывают детей и людей. Но люди забыли о самой страшной опасности. Мы приближаемся к экологической катастрофе. И ученые сегодня говорят, посчитали, гуглите, пожалуйста. Из-за природных катаклизмов 43 миллиона детей лишились жилья и нормальной жизни. 43 миллиона. А скоро мы все лишимся жизни. Поэтому сегодня зажечь одно сердце. Да, зажечь сердце, дать человеку энергию, дать ему это зарядное условие устройства Суперджам, это спасение человечества. Кто за, дайте лайк. Дайте, пожалуйста, лайк. Я не вижу, не очень, я от рождения, не очень хорошее зрение. Я попрошу сейчас наш мегауважаемый, дорогой CEO и директ-тренер, прежде всего, Петр Силкин, зачитает, ребят. Кто зажжет вот сейчас, сегодня, завтра сердце, тот войдет в историю. Мы сейчас формируем уже несколько месяцев галерею славы на века. Я попрошу, и каждый из вас получит благодарность и след в истории, и место навечно вписать себя в галерею славы. Петр, прочитай, пожалуйста, будь добр, что на сертификате написано. Всемирная ассоциация интеллект-тренеров Суперджамп торжественно награждает легендарного героя почетным званием чемпион мира по приглашению в команду новых интеллект-тренеров за выдающиеся заслуги, за спасение людей от ментально-психологических страданий, за создание новых рабочих мест. Человечество вечно будет благодарно вам за ваш великий вклад в спасение нашей цивилизации от самоуничтожения. Я прошу всех, кто принял решение зажечь сердце в ближайшие 24 часа, поставьте лайк, ребят. Сердечко, огонь, то, что вам близко, земной шар. Вы исторические герои, и время пришло, ребята. Все, кто мечтает о новой счастливой жизни, ребята, сейчас суперскидки на профессию, суперскидки. Энергия из вас уже фонтанирует буквально, да, для следа истории, для того, чтобы... Вот я еще раз говорю, ребят, помогите одному человеку. И в жизни зря проживете. Кто принял решение, да, сегодня зажигать сердца командой, с драйвом, с синергией? Дайте сердечко, и мы пойдем сегодня спасать с вами людей от хронической усталости, да, от потери смысла жизни, от ментальных, психологических страданий. Итак, друзья, полетели к звездам, да? Представляем, что ракета успеха. Одевайте скафандр квантовый, потому что мы работаем в мире чувств, эмоций, да, эмоционального интеллекта, энергии, лидерской силы. Квантовый космический корабль. И все вместе пошли. 5, 4, 3, 2, 1. Мы самые величайшие во все времена. И первое место в мире, ваше первое место. Это наша судьба. Поаплодировали и дали еще больше огня в чёт.